Сорока 7-летняя Гвинет Пэлтроу. Гвинет Пэлтроу призналась, что съехалась с 48-летним мужем Брэдом Фелчиком, Брэд Фалчак, через год после свадьбы. Раньше пара жила в гостевом браке. Влюбленные сыграли свадьбу осенью 2018 года. Вместе они жили всего 4 дня в неделю, а потом Брэд возвращался к себе домой. Гостевой брак Гвинет выбрала по совету своего гуру по интиму. «Моя сексуальная жизнь подошла к концу», со смехом заявила актриса в интервью Harper's Bazaar. По словам блондинки, многие ее друзья уверены, что жить не вместе – это лучший выход. Тем не менее, сейчас кинозвезда начала совместное проживание с избранником. Пэлтроу удалось сохранить хорошее отношение со своими бывшими возлюбленными. Она призналась, что по-прежнему дружит с Брэдом Питтом после разрыва. Актриса развелась с Крисом Мартином. У пары осталось двое детей, 15-летняя Эйпл и 13-летний Мозес. Экс-супруги дружат своими новыми семьями, они даже ездят отдыхать все вместе. «Сейчас у Криса роман с Дакотой Джонсон. Я ее просто обожаю», — высказалась актриса о новой избраннице бывшего мужа. На празднике Гвинет Пэлтроу подарила себе вибратор. «Мы собрали истории самых красивых расставаний звезд. Актриса редко моет голову, этой позиции придерживаются и многие другие знаменитости», —